Как должен вести себя продавец или кассир, если покупатель расплатился фальшивой купюрой? Об этом в ходе совместного рейда рассказали специалисты Департамента экономического развития администрации города и сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Подробности прямо сейчас. Вот администратору магазина вручают памятку, в которой перечислены серии поддельных денежных купюр различного номинала, а также цветную листовку с описанием признаков подлинности денежных знаков. В Твери ежемесячно выявляют по 20-30 подделок. Самой распространенной купюрой в настоящий момент является купюра достоинством 5000 рублей. Наша задача – это предотвращение подобных случаев, в связи с чем мы раздаем памятки населению на объекты потребительского рынка. В крупных магазинах есть вот такие приборы проверки подлинности купюр, а мелким торговым точкам полицейские рекомендуют вести журнал и записывать серию и номер денежных знаков. Уточнить информацию о том, как распознать поддельные купюры и сообщить в органы внутренних дел о факте их сбыта, можно по номеру телефона 102. В экстренном случае сотрудникам магазинов рекомендовано сразу нажимать тревожную кнопку и прибегнуть к помощи собственной службы безопасности.